Я хочу начинать свой концерт с песни, которая называется «Улетай». Поехали! Разных стай. Время твоей дороги выйдет, улетай. Мы простимся на рассвете, вот и все дела. И смахнет слезинку ветер своего крыла. И печаль моя растает скоро сентября. И печаль моя растает. И печаль моя растает скоро сентября. Скоро сентября. Провожу тебя я песней светлой, как заря. И быть может, песня эта облегчит твой путь. И вернувшись в чьё-то лето, ты вздрогнёшь чуть-чуть. Провожая тебя, растаю, отыщу тебя. И печаль моя растает скоро сентября. И печаль моя растает. И печаль моя растает скоро сентября. И печаль моя растает скоро сентября. И печаль моя растает. И печаль моя растает скоро сентября. Скоро сентября. Спасибо, друзья, большое. Спасибо. Добрый вечер или уже доброй ночи. Я Василий Акимов, солист группы «Мономах». Все еще. Моя жизнь проходит так. Я работаю в основном сольно. С группой «Мономах» мы выступаем очень редко. Конечно, хотелось бы, чтобы выступления были почаще, но в силу каких-то причин этого не происходит. Ну и мы, как бы активизируя процесс,
потихоньку записываем песни для нового альбома. Записали уже 3. Даже сняли 2 клипа. Вот. Перспективы, я думаю, что перспективы, о перспективах говорить сложно, потому что работа и судьба музыканта, особенно рок-музыканта, это очень непредсказуемая штука. Музыка, наверное, все-таки сейчас в том плане, в котором мы ее играли, она, конечно, многие с интересом слушают, но основная масса, конечно, уже живет в другом музыкальном измерении. Нам остается только делать свое хорошо дело, стараться не стареть, быть в тонусе. Ну и, в принципе, что когда мы выступаем, все должны видеть, что это выступают мастера. Ради этого стоит жить. Это наша цель. Это дает нам силы, чтобы что-то еще сочинять, петь, играть. Ну, в общем, это наша жизнь. Нелегкая и, не скажем, не самая тяжелая, но достаточно нервная. Ну, раньше у меня было очень много в репертуаре песен англоязычных, порядка 35-40. Но со временем я понял, что, живя в России, ну, как-то не совсем разумно играть только англоязычную музыку, если заниматься, конечно, шоу-бизнесом, а не кавер-версиями. Я думаю, что в англоязычном мире своих хватает исполнителей, течений. Конечно, я верю в чудо, я думаю, что и молодежь верит в чудо. Я и сам на их месте очень много пел на английском и в основном слушал английскую музыку. Ну, сейчас я продолжаю слушать в основном английскую музыку и избранно слушаю русскую, российскую, скажем так, нашу музыку. Но пою в основном по-русски. Ну, я думаю, что на моем следующем выступлении здесь вы можете поприсутствовать, прийти, посмотреть, может быть, задать мне какие-то вопросы. Я параллельно еще занимаюсь преподаванием вокала уже на протяжении 20 лет. Ну вот, наверное, все, что мне вкратце можно сказать о нас, о себе, о наших перспективах, о нашей музыке. Если будет что-то новое, мы вам сообщим. А пока, до новых встреч. С вами был Василий Акимов.